Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области разработало межсезонную экологическую акцию по сбору автомобильных покрышек. Она продлится до 15 ноября. Жители Ленинского городского округа могут привезти и бесплатно сдать отработанные шины на площадку «Мегабак». Контейнер находится по адресу город Видное, Белокаменное шоссе, 4-я линия. Создана такая программа, такой пункт сбора утилизации покрышек, как «Мегабак». В том числе сюда входит и контейнер для сбора бэушных автопокрышек. Они сдаются бесплатно. Собственнику надо только приехать разгрузить. Можно заказать разгрузку на дом, но это будет стоить от 100 до 200 рублей. Также можно принять участие в фотоконкурсе и выиграть сертификат на покупку новых шин. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сделать креативное фото с шинами на площадке и разместить в социальной сети ВКонтакте с хэштегом «Сдал шины на Мегабак». После окончания акции организаторы выберут победителей и вручат сертификат. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.